Так, ну мы махаем финиш. Я думаю, что сегодня будет последний финишный у нас день, потому что послезавтра передают уже морозы и дожди. Так, все вроде выкинули. Сейчас поедем, развернемся, посмотрим. Там у нас небольшой ремонт пресса будет. Я вот это вставлю, покажу в это видео. Слетела цепь. За сезон я ни разу никакие цепи не натягивал, не подтягивал. То есть 1400 рулонов. Все на одной натяжке пресс отработал. Хорошо. Так, вот мы в конце разворачиваемся, кто-то здесь там нагадил, он поролон бросил, но сейчас выйду, возьму его. Гадят по всем полям, только не успел прокосить, уже мусор вывезли. Ну, такой вот народ у нас. А потом все знает, что мы живем плохо в стране. Ладно, будем делать свое дело. Смотри. Всем привет. Занимаемся. Слышь ты. Как фамилия? Моя фамилия очень известная, чтоб я ее вам называл. Глушеный ты. Я глушеный? Я глушеный тогда, когда меня, блядь, вообще никто не видит. Цепочка на подборщик слетела. Толстая. Сейчас оденем его в путь. Он накатал. Сейчас скажу сколько. 7-9 где-то будет. Очень мало. А обычно здесь 11-13. А знаешь почему, Миш? Почему? Потому что все пересохло. А какая у нас? А, вот. Нижняя, вижу, да. Так можешь ее так одеть. Вот, расслабляет. Че, Миш, никак? Смотри, она пружина сейчас натянется. Видишь? А. Он сделан как амортизатор. Миша, можешь наденешь, Миша, нет? Нет, еще надо. Ну так она, смотри, как провисшая. Потяни, потяни, еще, тяни, не ссы. Еще надо отключать. Смотри, насколько я его натягиваю. Ну так ты ногой, а я же рукой не могу. Она, вот давай туда, монтажку. Вот тут, да, монтажки приподнять ее, да и все. Кого вам давать? Монтажку? А еще что вам? Пожевать не надо? Не, пожевать не надо. Мало, да? Ну, погоди, стой. Ага. Во-во-во-во. А ты ее не протягиваешь, видишь? А, погоди. Я-то ее, блядь. Ага. Ну, туда поднял. Надо. А ему ее не натянуть. Да.
Отпускай. Отпускай. Ага, пусть. Давай. Миш, давай. Давай. Сядь, держи. Так. Все. Да, все. Теперь затягивай. Вон тряпка. Вон. Ты где учился? Блядь, таких школ уже нету. Где я учился? Жизнь. Где учился? Только на обед ходил, да? Нет. На большой перемене? Я вообще не ходил на обед. Я вообще в школу редко появлялся. Раз в 3 месяца. То есть для тебя уже там все было пройдено, да? Да. Кого я там не знаю? Директора? Мы ее снимали не ту. Там натяжник еще интереснее. Вот натяжник. Гайку попробуй, Вадик. Может даже сюда и цепь. Да, да, затяги. Выкручивай его больше делаешь. Может даже и цепь длинная. Износилась. Да. Давай пробуй его. А у нас ключа, головки такого нету. Вот тут на 19. Знаешь где? Он в том, по-моему, в ящике. Данил, принеси. Такой ключ с головкой. Помнишь, нет? Да. Нет, Вадик, надо крутить. Ты ее упер в... Ее вниз надо что-то? Нет, откручивай. Вверх откручивай. Потому что ты вот саму чашку упер в гайку. А вот гайкой ты будешь его длиннее делать. Вот смотри, крутишь ты и цепь, на цепь смотри. Крути. Угу. А, это гайка там фиксируешь. Гайка это натяжник сам. А она. А это ты крутишь пружину натяжку. Здесь очень такая интересная система. Да и хрен с ней, все, хватит. Да. Сейчас эти принесу. Закончил я мотать сенаж. Там еще пол рулона в бункере, но, наверное, выкину. Овцам. Так, ну что-то тут у нас вышло 8, и здесь сейчас скажу 3 4, 5, 6, 7 8, 16 штук всего. Вон он этот едет, везет и с гравлями, и с куном увозит. Грабли, наверное, оторвет. Бежит. Да? Ты тоже помощник? Тоже работаешь? Такой вот уже подмороженный сенаж получается. Ну, посмотрим, что будет. Такой сырой. И сухой попадает. Ну, в общем, последний день. Не знаю, посмотрю. В том году, мне кажется, я в конце сентября уже закончил. Так что... Посмотрим, что там будет.
16 рулонов здесь получается. Ну, и то неплохо. Это сколько у нас? 14, 2 рейса. Еще 2 остается, как раз захватываем. С собой возьмем. Сейчас перематывать будет. Да? Да. Так а ты не можешь сразу сказать, что ли? Нет, он сейчас заметил. Ну какой заметил? Уже, блин, сколько раз такое было. Он ручьем херачит. Миша все равно не понимает. Мишаня у нас за бригадира. Фамилию его, правда, не знаю. О, видишь, какая работа, блин. Побежали, блядь, 2 одноруких. Почему эти 2? 2, да? Почему? Ну конечно, пускай хоть раз обмотает, его выкинем нас. Что с него будет? Он сопреет за ночь, да и все. Да замотайте все, потом его в конце закинет. Ты вилы поворачивай ровно.